Купила я вот такую рыбку, тушки без головы, называется она хек. Почистила я ее от чешуи, чешуя, кстати, мелкая, чистится хорошо. Отрезала все плавники, промыла от черных пленок и вычистила внутренности. В общем, почистила, как и положено, чистить рыбу. Вот такая замечательная тушка хека, чистенькая и плотненькая. И пока рыбка обсыхает на бумажных полотенцах, поставила вариться картофель. Если я делаю пюре, всегда добавляю пару зубчиков чеснока. Тогда пюре будет особенно ароматное. Чтобы рыбка получилась золотая, то примерно в 150-200 грамм муки надо добавить 1 чайную ложку соли, пол чайной ложки черного перца, 1 чайную ложку куркумы. Все тщательно перемешать. И обвалять в этой смеси рыбку. Можно сделать это в пакете, так будет даже удобнее. И на растительном масле обжарить рыбу со всех сторон до золотистой корочки. Рыбка получается действительно золотая. Куркума не особо ароматная специя, но цвет дает невероятный. И правда, не рыбка, а золото. Ее можно уже съесть и просто так, просто жареную. Но мне захотелось с соусом, поэтому я порезала мелко репчатый лук и обжарила его на сковороде, где жарила хека. Добавила 4 столовые ложки сметаны и немного воды. Положила рыбу в этот соус, накрыла крышкой и тушила где-то минут 20. За это время сделала пюре, всегда добавляя только теплое молоко. Порезала самый простой салатик из свежей капусты, морковки и укропа. Приправила смесью для салата и добавила сметаны. Хек уже готов. Мясо у него белое и упругое. Пора попробовать. Немного картофельного пюре и салат. То, что нужно к рыбке. Хек получился сочный, мясо плотное и нежное. Попробуйте, будет обязательно вкусно.